Привет всем, я получила посылку. Сейчас давайте будем смотреть, какое качество, какой товар, подошел размер или нет. Но это сайт, я вам покажу, из которого я покупала. Я хочу сказать, что там, да, очень интересные вещи, но мне очень понравилась обувь. Обувь оригинальная, это то, что я люблю. По качеству не знаю, сейчас мы определим. Единственное, что мне не нравится, это пересылка. Пересылку, я вставлю видео, я вам покажу, что и как, открою там мой аккаунт, что было оплачено 16 числа, а сегодня у нас 8 число, 8 апреля. В общем, получается, пересылка заняло времени больше, нежели я платила. Я платила за пересылку там 10, ну мы посмотрим, от недели до 15 дней. Но пересылка заняла времени в 2 раза дольше. Это именно та пересылка, которая дешевле. Я заплатила, которая дороже и быстрее. В общем, получается, что очевидно, просто на пересылке как-то... Ну, неправильно у них получается, в общем, с пересылкой. Ладно. Главное, что дошло. Главное, что все благополучно дошло, и это обувь, 2 пакета, видите, они даже в мешочке, ух ты, ну все достойно, прилично, как бы хорошо, я не знаю, что за одежда, ну как одежда там тоже, именно стиль такой, какой мне нравится. Ну одежду я не беру, потому что одежды у меня и так хватает полным-полно. А обувь мне нужна, тем более это цвет, смотрите, горчичный и цвет серебристый. Я делаю вам видео на солнышке, чтобы вы могли понять, что какой есть цвет на самом деле, как она выглядит. Это кожа. Вот оно видно, что это кожа, здесь замш с этой стороны. По стилю они одинаковые. Просто разный цвет. Шнурочки по бокам. Вот такие тапотульки. Подошва одинаковая там и там. Ну что, давайте мерить. Сейчас я носки сниму. Размер, как они указывают, что надо заказывать чуть больше, потому что размеры у них немного не совпадают. Да, мой размер. Угу. Мой размер. Качество хорошее, сразу скажу. Кожа, да. Пахнет кожей. Единственное, что я бы сделала, я бы, наверное, шнурки затянула, потому что они немного, как будто, видите, широкие на меня. Сейчас я это сделаю. Хорошие, мягкие, удобные, нигде ничего не давит. Колодка хорошая, удобная. Но у меня нога узкая. Такое впечатление, кажется, что, знаете, как галушки. С Рози одним цветом. Ну и вторая пара, серебристый цвет, все то же самое. Немного шнурки утянула, они как бы по ноге стали. Но если на носок, то они будут идеально, просто идеально. Да, удобная, очень хорошая.
даже палец немного выпирает, но нет, все хорошо, мне кажется, просто сильно закругленная форма, у меня узкая нога, поэтому оно так кажется. И еще есть такой момент, что их можно делать вот таким вот образом, видите, получается как шлюпки. Вот как шлюпки, смотрите. В общем, я довольна. Главное, что успели к погоде. Сейчас самое время, по цвету подходит к одежде. У меня две таких куртки. Стоили они недорого, были на уценке. Поэтому покупка, я считаю, что хорошая. Правда, с пересылкой я предупреждаю вас. Или платите лучше 25 дней, но меньше, потому что все равно вы будете ждать 25 дней. Даже если оплатите за быструю пересылку, а она там дороже. Да, я хотела сказать, что это сюда, в Штаты. Если вы в другом месте, то, конечно, может быть, по-другому будет идти. Но сюда так идет. Розе красивая на солнце. Какие нравятся больше, Розе? Смотри, цвет твой рыжий и цвет серебристый. Какие тебе больше нравятся? Какие? Выбирай. 19-й год, 03-06. Вот это был сделан мой заказ в 16 часов там 10 минут.